Самое доброе утро. 15 мая. Я сейчас покажу, что значит штиль. Вот он, штиль. Не все люди были на море, не все знают, что это такое. Штиль, когда вот такое ровное море, ни единой волны. И если бы мы не двигались, море было бы ровным. Средиземное море. Мы движемся в сторону острова Корфу. Погода потрясающая. Я выхожу на балкон, часами сижу, налюбоваться не могу. Какая прелесть вода. Можно смотреть бесконечно. Просто какой-то неземной релакс. И сопровождающие их лица, либо корабли. Баржа такая поравнялась с нами. Красота. Потрясающий цвет воды. И такая типа лунная дорожка. Аквапарк. Кстати, для взрослых и для детей, пожалуйста, кто хочет кататься, катайтесь.